І що він ще заявив? Заявив Лукашенко, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Про це повідомляє про кремлівське видання РІА Новості. Самопроголошений президент республіки мотивує рішення нібито загостренням на західних кордонах союзної держави і буцімто загрозою з української території. Ай-яй-яй, ви тільки подивіться, да, от які ми українці от на Росію хотіли напасти, на Білорусь хочемо напасти, от які ми войовничий народ виявляється. Ну, Лукашенко, як завжди, в принципі, нічого нового. Але, друзі, чи буде він на нас нападати, да, чи тільки даватиме територію, зараз поговоримо з заступником голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Зараз має долучатися до нас. Пане Павле, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю. Ну, якщо він для нас добрий, так, але тим не менш. Пане Павле, ну що це опять знову виходить Лукашенко і знову починає розповідати, що я нібито не хочу, щоб білоруський народ воював, але ось давайте ми розгорнемо цю ось таку союзну місію разом з Росією. Що це значить? Ну, необхідно проаналізувати, во-первых, дії Лукашенка, які він осуществляє вже з февраля цього року. Він чітко і ясно є союзником Путіна, Кремля. Він соагресор в війні, предоставив всю інфраструктуру, відкрив границі. Він і продовжує осуществлять цю місію, функцію. В ході переговорів в Сочі, які состоялись недавно, він вновь дав согласие Путіну на розміщення воєнної групіровки російських вооружених сил на території Білорусі, о чому ми говорили не единожды в эфирах украинских телеканалов. Каким образом им нужно было это легендировать? И вот сейчас мы с вами наблюдаем за информационно-пропагандистской операцией, направленной на то, чтобы предоставить легенду. Легенду, прежде всего, белорусскому обществу, почему должны вновь появиться российские войска в Беларуси. В рамках так называемого союзного государства есть союзный договор с 1999 года, который предполагает возможность создания совместной группировки вооруженных сил и задействования ее в случае, если существует угроза союзному государству, в данном случае Беларуси или России, или Беларуси и России. Исходя из этой логики, Лукашенко и говорит сегодня, что есть угроза, угроза со стороны Украины, понятно, что это фейковая угроза, угроза со стороны Польши, в целом со стороны НАТО, и об этом говорит вся пропаганда, не только Лукашенко. Только что опубликовано и соответствующее обращение министра обороны Лукашенко Хренина, который, помните, звонил Резникову еще до войны, что мы не будем атаковать территорию Украины, звонил потом после войны по поручению, после начала войны по поручению Шойгу о том, что Украина должна капитулировать. Он опять заводит риторику: не нападайте на нас, мы на вас нападать не будем. Да, ось він буквально щойно заявив, да, пане Павле, що хренін цей Віктор, що ми не хочемо воювати ні з поляками, ні з литовцями, тим паче з українцями. Наша стратегія – це захист. Так, але ж вони кажуть, що це ми на них зберемося напасти, ось воно і якби пазл сходиться. Но здесь лживый тезис заключается в том, что в рамках международного права предоставление территории для нанесения агрессии, осуществления агрессии в отношении другого государства, это уже агрессия. Поэтому Беларусь в лице Лукашенко и его режима соучастник этой агрессии. Хренин лжет, но делает он, конечно, на неподготовленного белорусского слушателя. Он пытается отработать пропагандистский сценарий. Им нужно объяснить, зачем русские войска вновь появятся на территории Беларуси. А они появятся только для одной цели, вернее, двух в одном. Первое, это создание угрозы Украине возможного нападения с севера для того, чтобы стянуть максимальное количество ваших вооруженных сил границы. Ну и крайний вариант, пока, конечно, нет этому подтверждения, но его исключать нельзя из нашего плохого опыта, это возможного вторжения на территорию Украины. Поэтому они отрабатывают просто сейчас легенду. Что следующее произойдет? Следующее произойдет это размещение ядерного оружия, потому что Лукашенко это нужно для того, чтобы иметь ядерный зонтик безопасности его режима, его власти, которую он узурпировал, а также возможных
действий против України. Ну, уже пане Павле, давайте отут поговоримо трошечки детальніше. Це насправді цікава у вас така заява, ну і аналітика зрештою, да, розмірковання. Пане Павле, ну, у нас говорять, що США і інші країни ядерного клубу донесли Путіну дуже доступною мовою, що якщо почнеться переміщення ядерного озброєння, то буде в Росії непереливки, м'яко кажучи. А ви думаєте, що от вони з Дальнього Сибіру, там, чи де вони ці всі свої ядерні штуки зберігають, вони оце привезуть в Білорусі і на непідготовлених об'єктах можуть там їх розташувати? Нет, речь идет, конечно, не о том, что не на подготовленных объектах. Лукашенко уже заявил, что, во-первых, он объекты содержит в хорошем состоянии. Во-вторых, это же возможно использование воздушного пространства Беларуси. Это возможно использование военно-космических сил Российской Федерации. Никто не передаст кнопку Лукашенко, но он мечтает получить это оружие для того, чтобы получить дополнительные гарантии безопасности для себя лично, ну и возможного ответного удара, если мы предполагаем, что вновь, а простите, что значит предполагаем, мы уже с вами видим, что с территории Беларуси летят дроны, с территории Беларуси раньше летели ракеты, на прошлой неделе заходили российские бомбардировщики ТУ, наносили удары по территории Украины. То есть это все происходит. Поэтому он хочет получить дополнительные гарантии безопасности. Но легендировать ему надо, что якобы угрожает Украина, что якобы угрожает Польша, что якобы Польша хочет разместить ядерное оружие и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что надо сделать? И вот то, что мы добиваемся две недели назад у меня была встреча со всеми послами Европейского Союза, с замгоссекретаря США, и необходимо выдвинуть жесткий ультиматум Лукашенко о всех уголовно-правовых последствиях для него, о том, что он станет перед Международным уголовным трибуналом за преступления против человечности и за военные преступления. Он должен понимать всю степень ответственности, если он будет продолжать такую политику. Белорусским военным, конечно, есть три варианта. Или они поворачивают оружие против диктатора и оккупационных войск. Ну, конечно, сложно сейчас это спрогнозировать, но вместе с тем это их решение. Второе, они бегут в леса, убегают. Ну, третий вариант, они будут просто погибать, если их направит Лукашенко в Украину. А это тоже для них принципіальний вибір, як говориться, житті і смерті. Мені здається, в білоруській конституції є така стаття, яка забороняє використовувати територію Білорусі для нападу на інші держави. Ну, тобто це вже, якщо він пошле сюди війська, то це буде, ну, навіть порушення свого законодавства, це 100% військовий злочин. Вы абсолютно правы, это запрещает Конституция Беларуси, военная доктрина Республики Беларусь, договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной, который, конечно же, можно порвать и выкинуть по причине действий Лукашенко, и договор о государственной границе Беларуси и Украины, который тоже можно порвать и выкинуть. Потому что Лукашенко нарушил все, внутреннее законодательство, международные двусторонние договоренности и многостороннее право Организации Объединенных Наций. То есть это серийный убийца, преступник, и нужно, настало время дать этому очень четкую квалификацию и показать ему его будущее. Так, как вчера сказал бывший помощник президента США Селиван в отношении Путина. То же самое необходимо сказать Лукашенко. Он должен понимать всю ответственность за принимаемых решений. Конечно, белорусы, большинство белорусов против того, чтобы белорусская армия входила на территорию Украины, против использования территории Беларуси. Но вместе с тем мы понимаем, что сегодня подавлен протест, конечно, есть демотивация. Сейчас последует обращение нашего министра обороны, представителя кабинета по вопросам национальной обороны Валерия Сахащика. Я думаю, что он тоже скажет правильные слова белорусским военным, как необходимо вести себя в этой ситуации. Пане Павле, давайте ще про білоруських військових. Зрештою, не до кінця зрозуміло, це ж по факту, що він хоче розгорнути цю армію союзну, да, разом з росіянами, це ж і так прописано вже десятками років, наскільки я розумію, і в цьому такого, ну, якби нічого сенсаційного немає. Ну, во-первых, если это прописано на бумаге, а когда это становится реальностью, давайте так, если появляются на территории Беларуси тысячи российских солдат, он назвал сегодня так, по различным данным разведки ГУР Украины, это 20 тысяч возможных вооруженных представителей вооруженных сил России, по другим данным это может доходить до 100 тысяч, то есть вопрос об объеме, масштабе. Все это, я думаю, не может быть пройти мимо внимания ваших вооруженных сил Украины. И в этом-то и цель как раз-таки
Лукашенко и Путина, оттянуть часть сил и средств Украины к северной границе. И в этом как раз-таки есть главное преступление Лукашенко, потому что он не позволяет Украине использовать весь ресурс на главном направлении агрессии со стороны Российской Федерации. Он помогает. И говоря о том, что мы никого не убиваем, что мы не будем нападать, все это прикрытие реальной стратегии по поддержке Путина. В этом и есть его соучастие и соагрессия.